Далее кадры, сделанные пассажирами самолета, выполнявшего рейс над Мексикой. На полпути небольшой Airbus попал в зону турбулентности. Она была такой сильной, что в салоне шатались кресла, а нескольких человек, которые оказались не пристегнуты, подкинуло и ударило о потолок. Видно, что в некоторых местах повреждена внутренняя обшивка. Один пассажир потерял сознание. Из 45 человек, находившихся на борту, травмы получили больше половины. 12 из них по приземлению госпитализировали.